Питер его сегодня, дай ему великую славу. Дай ему великую славу. Дай ему великую славу. Он достоин хвали. И не такого, как он. Окей, давайте теперь встанем и давайте поприветствуем Матью Кранш. Все, приветствуем его как обычно. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. I was so happy that there was a flag of America. Я такой был счастлив увидеть флаг Америки вот с той стороны. Flying over here with the rest of the flags. Вместе со всеми флагами он тут вот прибывал. So I feel included today. Потому сегодня я себя чувствую как частью здесь. Pastor Sunday has changed everything that I was going to say today. Пастор Сандей изменил все то, что я хотел или собирался здесь проповедовать. I was starting to read this book. Я начинал читать его книгу, которая называется «Сокрытое сокровище». Back in the green room. Я читал эту книгу в той зеленой комнате. The name in Ukrainian, the name of this book. «Сокрытое сокровище» книга называется. So all of my notes that I was going to speak about today. Потому все мои записи, о которых я сегодня буду говорить, have been changed because I was reading this book. Все эти записи мне пришлось изменить, потому что я читал его книгу. I want to quote from your pastor. И я хотел бы процитировать сейчас фразу из книги пастора, so that in the beginning I can give basically a introduction to what I want to talk about today. Чтобы вначале дать вам введение того, что я хотел, о чем бы я хотел сегодня с вами говорить. The message of the kingdom of God is being preached by your pastor in this place. Потому что послание Слова Божьего, послание Царства Божьего, оно уже было проповедано вашим пастором. It would be very difficult for me to speak to you today with passion. Потому для меня будет, наверное, немножко затруднительно проповедовать вам со всякой такой страстью. If it were not for the fact that the foundation is laid by your senior minister. Если бы я не знал тот факт, что ваш главный пастор, он заложил самое прочное основание этой проповеди. Jesus said the kingdom of God is at hand. Иисус сказал, что Царство Божие, оно как в руке, оно как рука. That the оно уже пришло. That the dominion of the earth. То, что владычество над землей, is our calling to hold this dominion in our hands. То, что наше призвание, это иметь это владычество над этой землей. When I met your pastor, когда я встретил вашего пастора, it was in Australia. We were speaking together at a conference. В Австралии на конференции мы там оба проповедовали, мы там встретились. He preached from beginning to end the message of the kingdom. И от самого начала проповеди до конца его проповеди он проповедовал о послании царства. So I have confidence that you understand that God is looking for us. Потому я уверен, что Бог у нас ищет. To go and do those things that we hear Him say. Ищет для того, чтобы мы исполнили то, что проповедует пастор. And have the confidence to get them done. И чтобы мы были уверены завершить то слово, которое Бог нам дал через пастора. We have to understand why God would give us influence. Нам нужно понять, почему Бог дал нам влияние. If we have influence. Если у нас есть влияние. Why would we have influence? То тогда почему нам необходимо это влияние? What would it be for? Для чего нам нужно это влияние? Во что мы его будем применять? How do I get it? Как я его получаю? How do I keep it? Как мне сохранить влияние? All of that was changed by this book a few minutes ago. И несколько минут назад, когда я думал о проповеди, вся моя проповедь изменялась благодаря этой книге. If you do not have this book, если у вас еще нет этой книги «Сокрытые сокровища», you are dismissed to go out and buy it right now. Тогда у вас сейчас нет возможности пойти и купить ее, но вам необходимо будет это сделать. Оставьте все и идите купите. Go. Прямо сейчас. Идите купить эту книгу no, «Сокрытые I'm сокровища». Kidding. I'm kidding. Он шутит. I'm going to read from page 140.
в английском варианте это 140-я страница, а в русском варианте это 117-я страница. At all times, во все времена, and in the majority of cases, больше всего власти, power belonged to only rich people. Было у богатых людей. Power was determined by wealth. Сила определялась богатством. Money determined by authority. Деньги определяли власть. The more money you had, чем больше у человека было денег, the more power you had. Тем больше и власти. But we are living in a new time when those with a lot of money will not be classified as rich. Но мы входим в новые дни, где те, которые имеют много денег, не могут быть считаться богатыми. The most powerful people on the earth, самыми сильными людьми на земле, will be the people who have understanding and comprehension of God. Будут люди, имеющие понимание и разумение Бога. And strive for knowledge. Стремящиеся к знаниям. This century, в нынешнем веке, will be ruled by understanding. Будет править разум или понимание. Your power will be determined. Ваша сила будет определяться. By what you know. Будет определяться тем, что вы знаете. And not by what you have. А не тем, что вы имеете. Value will no longer. Ценность перестанет определяться. Be determined by property or money. Наличием вещей и денег. The most expensive, самым дорогим, goods, товаром, things, или вещами, will be the understanding and knowledge. Станет разум, понимание и знание. That will determine. Именно это будет определять. Who will be in power and authority in the future of this generation? Кто в будущем будет иметь в этом поколении власть и силу? In the kingdom of God, в царстве Божьем. It will not be the money you have in your pocket. В царстве Божьем не значит сколько денег в твоем кармане. It will be the revelation that you have in your head. Но только понимание и те откровения, которые есть в твоем разуме. That's why Jesus would say. Именно поэтому Иисус говорил. You will know the truth. Вы познаете истину. And the truth will make you free. И именно истина сделает вас свободными. Okay. Хорошо. That is the beginning of the introduction of what we want to talk about today. Это всего лишь вступление или начало того, о чем мы с вами будем здесь говорить. I would like to introduce my lovely family right here on the front row. Я хотел бы сейчас представить мою семью. Встаньте, пожалуйста. My wife Lori, if she would come up, please. Моя жена Лори, пожалуйста, выйди. Давайте мы ее поприветствуем так горячо. We live in Hollywood. Мы живем, и наш дом находится в Голливуде. With our two little boys right here, Kaylin, stand please. И вот здесь мы живем там вместе с нашими сыновьями. Это наш старший сын Kaylin. He is our oldest boy and Cody. Он наш старший сын и младший сын Cody. If you would turn around and wave and let everyone know that you're sweet little boys. Два года назад, God put it in my heart, Бог положил в мое сердце, that I wanted to meet Pastor Sunday at Elijah. И у меня было огромное желание встретиться с пастором Сандеем от Elijah. I had heard about this church. Я уже слышал раньше об этой церкви. And I didn't know that Pastor Sunday and I had a very common friend. Но я не знал, что и пастор Сандей, и я лично, у нас есть какой-то общий друг. Доктор Майлз Монро. И это был доктор Майлз Монро. Доктор Майлз Монро is a part of the company that your pastor was speaking to you about before I came up. И перед тем, как я вышел сюда, пастор говорил о компании, о тех акциях, и пастор Сандей, и Майлз Монро, он является частью этой компании, о которой пастор Сандей вам говорил. When we make strategy for our company to make movies, и когда перед тем, как выпустить фильмы, мы принимаем какие-то стратегии, to make TV shows, для того, чтобы показывать какие-то TV-шоу, to make documentaries, или делать какие-то документальные сюжеты, and what these productions would be about,
И когда мы думаем, о чем будут наши сюжеты, what are the most important things being talked about in the body of Christ now? Какие самые важные аспекты мы должны высветить для того, чтобы говорить об этом в теле Христа? How can we communicate those in the form of a movie or a production? Как эти важные аспекты нам донести через фильмы? Dr. Monroe is my confidant on the telephone. То доктор Монро, он тот человек, который мне советует, и я уверен в его советах. I could have called Dr. Monroe and said, "Would you please make the introduction?" Я, конечно, мог позвонить доктору Монро и сказать: "Не могли бы вы меня представить пастору Сандею?" But I didn't know that you knew each other. I didn't know that we had friends in common. Но дело в том, что я не знал, что пастор Сандей знает доктора Монро. In January, we were speaking together. И в январе мы оба были спикерами на конференции. We were invited over to the conference pastor's home. Мы были приглашены на конференцию, которая называется Pastor's Home или Дом пастыря. We were told to sit down and begin eating. Мы были приглашены в дом пастыря, и мы присели вместе, мы кушали. We were told to sit down and begin eating together. И нам сказали: "Присаживайтесь, пожалуйста, и кушайте." I looked over and I said, "Hello, my name is Matthew." И когда я присел, я повернулся и сказал: "Здравствуйте, меня зовут Мэтью." He said, "Hello, my name is Pastor Sunday at Elijah." И пастор мне говорит: "Здравствуйте, а меня зовут пастор Сандей от Элиджа." I went. И в этот момент со мной вот это случилось. I have been wanting to meet you for 2 years. Я говорю: 2 года хотел с тобой встретиться. What are you doing here? Что ты тут делаешь? You're supposed to be in Ukraine. Тебе же нужно быть в Украине, а не в Австралии. I began sharing the vision that God has put in our heart. И я начал с ним делиться тем видением, которое Бог положил в наше сердце. That caused my wife and I to move to Hollywood. Именно это видение заставило меня с женой переехать в Голливуд. Literally, we live in the city of Hollywood. Буквально могу сказать, что мы живем в самом городе Голливуде. When I look out the window of my home, когда я смотрю через окна моего дома, I see movie studios literally out of my windows. Буквально я вижу те студии, на которых производятся фильмы. God put it in my heart to live there to accomplish a great task for the kingdom of God. И Бог положил в наше сердце жить там для того, чтобы мы совершили то великое задание, которое Он положил в наше сердце. It would have been difficult for me to take that step. И для меня было бы тяжело принять самому этот шаг. If it was not for the confidence God put in my heart to do so. Если бы внутри меня не было той уверенности, которую положил сам Бог, чтобы я так сделал. I had to believe that God had actually called me. Мне нужно быть уверенным и верить в то, что на самом деле Бог призвал меня это сделать. If you have fear, если у тебя есть страх, you do not have faith. То тогда у тебя нет веры. And it requires faith. И необходима вера. To accomplish something for God. Для того, чтобы завершить что-то, что Бог положил в твое сердце. God. Для того, чтобы угодить Богу. So, I am here today, I believe. И прямо здесь, на этом месте сегодня, и я верю, что я здесь нахожусь. Because of the desire God put in my heart to come here. Потому что Бог положил в мое сердце желание приехать сюда. When I stepped out here yesterday and looked at this auditorium, когда вчера у меня была возможность посмотреть на весь этот зал, I instantly remembered, я сразу же вспомнил, that I had been here before, что я уже был здесь, approximately 17 years ago, возможно, где-то около 17 лет назад. I was a part of an evangelistic crusade that took place inside this building. Я был частью одного крусейда евангелизации, который проходил здесь. There was a evangelistic man, был один евангелист, who was kind of a little bit crazy. И он был немножко такой, знаете, сумасшедший или вне себя. He had big muscles. У него были такие огромные мышцы. And he would break things. И он, знаете, ломал все. He would break bricks. Он ломал своими руками кирпичи. He would break handcuffs. Он ломал наручники. And everyone in the audience would stand amazed. И все, кто находились в этом зале, они просто были потрясены его силой. He would say, like Samson. Они могли сказать: он как Самсон.
That took place inside this building, and I was running camera. И я думаю, что это происходило в этом зале, и в тот момент я снимал все на камеру. And the moment I stepped into the building, и в тот момент, когда я спустился в это здание, I remembered that I had been here before. Я вспомнил, что я здесь уже был. I remember particularly that the state television company, я даже помню ту государственную телевизионную компанию, had asked permission to bring their cameras and to broadcast this event with the big break at the bricks on TV. Что даже государственная компания, они просили разрешения, чтобы им разрешили привести их камеры, это все снять и показать это по телевидению. As the altar call happened, и когда происходил призыв к покаянию, I was standing about where this camera is here. Я находился приблизительно там же, где сейчас находится эта камера. And there was a cameraman that worked for the state television company. И был человек, который работал на государственную телекомпанию. Первый канал, на государственный первый канал. And as I was filming that cameraman, и когда я уже снимал самого того человека, который должен был снимать все это шоу, I noticed that he raised his hand for salvation. Я заметил, что он сам тоже поднял руку для того, чтобы принять покаяние. That image came back into my mind the moment I stepped foot back in this building. И когда я зашел в этот зал, именно этот образ всплыл передо мною. That was such a unique experience for me. И для меня это был настолько уникальный жизненный опыт. 17 years ago. 17 лет назад. To come back here now and see all of you here. И прямо вернуться сюда и сейчас увидеть всех вас. An entire church of believers. И увидеть всю церковь верующих людей. In the Ukraine. В Украине. With the most unique pastor that I've ever seen in Ukraine. Одним из самых уникальных пасторов, которого я когда-либо видел на Украине. Please understand that is a miracle of God. Потому, пожалуйста, поймите и примите, что это чудо Божье. You are a miracle of God. И вы являетесь чудом Божьим. This church is a miracle of God. Эта церковь это чудо Божье. Everything happening is a miracle of God. Все, что происходит, это чудо Божье. It is a beyond I could have ever comprehended. Это выше всего того, чем я даже мог себе представить. To see what I'm seeing now. Увидеть то, что я вижу сейчас. 17 years ago. И это все происходило, когда я тогда был здесь 17 лет назад, и сейчас увидеть это все заново. We want to leave you with a very important thought. Мы хотим вам оставить очень важную мысль. The thought is the confidence that we all need to accomplish what God has called us to do. Эта мысль заключается в том, что нам необходимо оставить уверенность в вас, чтобы вы совершили то, к чему Бог вас призвал. Jesus was a storyteller. Вы должны понять, Иисус, он был человек, который говорил историями. In Matthew 13 it says, Матфея 13 главе, that he went around all day telling stories that particular day. Говорится, что именно в тот день он ходил и целый день рассказывал истории. All of his stories, и все его притчи или истории, were trying to communicate the concepts, они пытались донести концепты, of the kingdom of God. Или принципы Царства Божьего. What is it? Что такое Царство Божье? How do we get into the kingdom of God? Как мы попадаем в Царство Божье? All of us today, все мы сегодня, I'm confident, я уверен, and lift your hand and show, и я уверен, что даже вы сможете поднять руки и показать, that you have received Christ as your Savior. Что вы приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя. Let me see that beautiful sight. Дайте я увижу этот красивый знак. So we can move past that. И потому мы можем пройти через этот шаг принять Иисуса. The foundation is that we are all believers. Потому что уже основание заложено, мы все уже верующие. Now what? А теперь что дальше? I remember a story. Я вспоминаю одну историю. That my mother and my father tell. Которую мне рассказали мать и отец. My father and my mother were in the car together. Мой мать и отец вместе ехали в машине. And God spoke to them. И Бог проговорил к ним. Simultaneously. Он проговорил так спонтанно. And the Lord said, I've released you from your work here. И Господь сказал, я высвобождаю вас от той работы, которую вы здесь делали. My parents could have sat and wondered, what does that mean? И, конечно же, мои родители, они могли сказать, что это значит? The job that my father had at the time,
Что это значит? Что это работа, на которой отец работал, нужно уходить? He quit that job immediately. И мой отец сразу после этого слова оставил работу. 30 days later. 30 дней спустя. God spoke to him again. Бог проговорил к нему снова. And told him to call a man in California that owned a TV channel. Он сказал ему позвонить человеку, которому принадлежит телевизионный канал. Он находится в Калифорнии. When he got that man on the phone, и когда он позвонил к этому человеку, he said, "I'm calling about your TV channel, and what do you want to do with it? Will you sell it?" И он позвонил и сказал: "Я звоню вам по поводу вашего телевизионного канала. Не хотели бы ли вы продать его?" The man was very surprised by this. И, честно говоря, таким предложением этот человек был очень удивлен. Because he had just made the decision to sell the channel. Потому что этот человек только принял вообще-то решение продать канал. My parents negotiated and purchased that TV channel. И мои родители договорились о цене, и они купили этот канал. 35 years later. 35 лет спустя. That is now Trinity Broadcasting Network. И прямо сейчас это называется Trinity. Trinity Broadcasting Network. Вот так называется сейчас эта компания. TBN. TBN. That has 400 channels on the air now around the world. На сегодняшний день около 400 каналов, 400 мест показывания этого канала. Now remember the beginning of that story. Вспомните начало этой истории. God said one thing. Бог сказал всего лишь одну вещь. I have released you from your work here. Я высвобождаю вас от вашей работы здесь. That is God speaking to you. Это значит, что Бог проговаривает вам. And they obeyed. И когда вы слышите, вы послушны, и они были послушны. What if? Что если? 35 years later. 35 лет назад. They were still thinking, I wonder what God meant by that. Или 35 лет спустя, после того, как они услышали голос Божий, они стояли бы и думали, что интересно Бог подразумевал тем словом. That would have meant God was attempting to get something done. То это значит, что Бог хотел бы, чтобы что-то совершилось. But the people were not listening and obeying. Но люди, которым он проговорил, они не слушали его и не были послушны тому слову. If they obeyed, если они послушали, and they did, и совершили то, что он просил их, 35 years later there is a network built. То через 35 лет мы видим уже целую телевизионную компанию. The same as if they did not listen. И то же самое могло произойти, если бы они не послушали. It would not be here. То тогда их бы сейчас бы их не было. The confidence that we need to do what God's called us to do. Уверенность в том, что мы должны делать то, что Бог нам дал делать. I believe. Я верю. Comes from the last thing that Jesus said after he died and resurrected on the cross. Приходит из последних слов, которые сказал Иисус после воскресения. It says that all power. Он говорит, что вся власть. Has been given unto me. Дана мне. In heaven. На небесах. And on earth. И на земле. Therefore. И именно из-за этого. Go. Идите. Do what I've called you to do. Делайте то, к чему я призвал вас. And I will go with you. И я пойду с вами. Even to the end of this age. Даже до конца времен. So here's the question. И вот вопрос. If Jesus has all power. Если у Иисуса есть вся власть. How much does the devil have? То тогда сколько интересно власти принадлежит дьяволу? If Jesus has all power, если Иисусу принадлежит вся власть, how much does the devil have? Сколько тогда власти принадлежит дьяволу? Nothing. Нет? How do you say none? Ничего. Ничего. Say ничего. 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 Nothing. You better say null. Null? Null. 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 If that revelation will sink in. Если это откровение проникнет вовнутрь вас. If you will understand that the work of the cross is finished. Если вы поймете, что то задание, которое должно было свершиться на кресте, закончено. You will have confidence to do what God's called you to do. То тогда у вас будет уверенность совершить то, к чему Бог вас призвал. Listen. Послушайте внимательно.
All power has been given unto me in heaven and earth. Вся власть дана мне на небе и на земле. All power has been given unto me in heaven and the earth. Вся власть на небе и на земле дана мне. Therefore, и именно из-за этого, go. Идите. Do what I've called you to do. Делайте то, к чему я призвал вас. And I will go with you. И я пойду с вами. Christ delegates that power to us. И при всем этом Христос, Он делегирует эту власть нам. By declaring, заявляя, that He lives in us. Что Он живет внутри нас. He and the Father are one. Он и Отец это одно. He said on the cross, Он сказал на кресте, it is finished. Закончено, свершилось. It is finished. Свершилось. What did He say He was coming to do? А что же, давайте посмотрим, для чего Он пришел, что Он заявлял, для чего Он пришел. He said, I have come. Он сказал, я пришел. To seek and to save the lost. Для того, чтобы взыскать потерянных. I have come. Я пришел. To destroy the works of the devil. Для того, чтобы разрушить дела дьявола. It is finished. Все закончено. In the West. На Западе. Sometimes we hear teaching. Иногда мы слышим учения. That says if I go and do something for God. Которые говорят, если я иду и что-то хочу сделать для Бога. That the devil is going to attack me. То тогда дьявол он 100% будет меня атаковать. If I go and start a new ministry. Если я пойду и начну новое служение. If I start a new business. Если я начну новый бизнес. If I do something new and different for God. Если я пойду и сделаю что-то новое или что-то особенное для Бога. Then demons and devils will come and attack me. То тогда дьявол и демоны они начнут атаковать меня. So I must pray beforehand. Потому я начинаю молиться перед всем. To push back the demons and the devils away. Для того, away. Чтобы отогнать всех подальше демонов и дьявола. Wait a second. Подождите-ка на секунду. I have come. Я пришел, говорит Иисус. To destroy the works of the devil. Для того, чтобы разрушить дела дьявола. It is finished. И потом он сказал, свершилось или закончено. So do you think your prayer is going to finish the work of the cross? Так что ты думаешь, что ты являешься человеком, который закончит дело, которое завершил Иисус на кресте? Or is the work of the cross finished? Или же на самом деле то, что должно было закончиться на кресте, уже закончено? It is either finished. Оно либо закончено. Or it is not finished, либо and it's up to you. Либо не закончено и окончание зависит от тебя. I choose. Я выбираю. To believe. Верить в то. That it is finished. Что все свершилось, закончено. Your pastor says in his book Treasures of the Kingdom. Ваш пастырь в книге «Сокрытые сокровища» написал. The most expensive and important thing that you will ever know. Что самым дорогим, что вы только можете себе представить и что вы когда-либо могли иметь. Is understanding and knowledge. Это понимание и разумение. I am here today to declare. И я сегодня здесь нахожусь для того, чтобы заявить. The most important thing we could ever know. Одну из самых важных вещей, которую мы можем с вами знать. Is that Christ really finished the work on the cross? То, что Иисус на самом деле закончил свое задание на кресте. He really took the keys of death, hell, and the grave. Он на самом деле взял ключи смерти и ада. He really was resurrected by the power of God. Он на самом деле был воскрешен силой Божьей. And he meant what he said. И он на самом деле подразумевал то, when что he said сказал, that he had all power. Когда он сказал, что ему принадлежит вся власть на небе in и на heaven, земле, на небе and on earth. И на земле. And that he delegates that when we accept him. И он делегирует или дает это нам, когда мы принимаем его. But Jesus warns once. Но Иисус однажды предупредил нас. That it is not truth that makes you free. Что не истина, она просто сама по себе делает вас свободными. It is the truth that you know that makes you free. Но это истина, которую вы знаете или познали, она делает вас свободными. Christ could have finished. Иисус мог бы закончить всю свою работу, завершить ее. But if you don't believe it's finished. Но если вы не верите в то, что работа завершена. If you don't believe that he has all power. Если вы на самом деле не верите в то, что ему принадлежит вся сила и власть. Если вы не верите до конца, что все завершено и соделано. Then it means nothing to you. Тогда вся эта истина для вас равна ничему. It is the truth that you know. Это истина, которую вы знаете. That will make you free. Именно она сделает вас свободными. The confidence. Уверенность. Of Christ's last statement. Уверенность, которая была сказана в последней фразе Иисуса.
will make you go and do what he's called you to do. Именно она заставит вас пойти и сделать то, для чего он вас призвал. So it is only this. Потому для вас важно знать, что именно это. We must listen. Нам необходимо слышать. To that still small voice. Слышать тот тихий голос внутри нас. What has God asked you to do? Чтобы услышать, что Бог попросил меня, чтобы я сделал. What ministry has he called you to in this church? В какое служение он вас призвал в этой церкви? What need is not being accomplished? Какая нужда еще не была встречена? Because you have not gone and made that ministry happen. Потому что вы и Бог, вы еще не совершили это дело до конца. Kiev. Киев. Ukraine. Украина. The world. Мир. Will be changed. Будет изменен. When we all do what that little small voice has declared for us to do. Когда мы все будем делать то, что тот тихий голос внутри нас просит нас, чтобы мы сделали. When we have the confidence to go and do what he has called us to do. Когда внутри нас есть уверенность идти и сделать то, к чему он нас призвал. Everything in the kingdom of God will be established. То тогда все в Царстве Божьем будет утверждено. Everyone will hear the good news. Каждый услышит добрую весть, то есть Евангелие. All things will be accomplished. Тогда все вещи будут совершены. And it can happen in our generation. И это может произойти в нашем поколении. Pastor declares that the most important thing is understanding and knowledge. Что самая важная вещь для нас это понимание и знание. And he quotes here a scripture from Acts 2:17. И тут приводится место Писания из Деяний 2 главы 17 стихе. The apostle Paul is quoting the prophet Joel. Апостол Павел он цитирует пророка Иоиля. And it shall come to pass. И это 100% произойдет. In the last days, и будет в последние дни, says God, говорит Бог, that I will pour out my spirit on all flesh. Излию от Духа моего на всякую плоть. Your sons and your daughters. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. They will prophesy. Continue. Go. Okay, they shall prophesy. Your young men shall see visions. И юноши ваши будут видеть видения. Your old men will dream dreams. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Why can't that prophecy? Интересно, почему же это пророчество be about right here? Не могло бы взять и свершиться прямо здесь. Be about right now. Прямо сейчас. And be about us. И почему это пророчество интересно не о нас? Why can't we believe that that would be us? Почему бы нам взять и не поверить, что это говорится о нас, о нашем поколении? That God would choose in the last days to pour out His Spirit upon. Потому что именно это поколение Бог избрал для того, чтобы излить Дух Свой. It is simply what we believe. И это именно то, что мы просто женой верим. What we believe gives us the confidence. То, во что мы верим, дает нам уверенность. To do what God has called us to do. Сделать то, к чему Бог нас призвал. When my wife and I appear on television all over the world. Когда мы с женой появляемся на телевизионных экранах по всему лицу земли. We do this together. Мы делаем это вместе. It takes both of us. И необходимо, чтобы оба мы. To communicate what I'm really trying to say. Могли донести то, что я вам сейчас пытаюсь сказать. Like pastor always has his wife on the stage with him. Как пастор Сандей, он всегда берет с собой свою супругу на сцену. And he always kisses her. И он постоянно целует ее. And tells her how beautiful she is. И он говорит, насколько она красива в его глазах. I understand that completely. И я понимаю это до конца и совершенно. I enjoy that completely. И я наслаждаюсь этим. Because it is going to take both of us to do what God's called us to do. Потому что для того, чтобы мы совершили то, к чему Бог нас призвал, необходимо, чтобы мы вместе это делали. I did not receive a calling that she supports. Я не получил просто призвание, которое она поддерживает. God called both of us at the same time. Но Бог призвал одновременно обоих нас. To do the things that He's called us to do. Для того, чтобы мы совершили то, к чему Он нас призвал. So men. Потому мужчины, change your thinking. Измените свое мышление. God did not just call you. Бог не просто вас одного призвал. He called you. Но он призвал вас. Because we are one. Потому что вы одно. And all the ladies said amen. И все женщины в зале сказали аминь. Aha. I know. Это не переводится. I know his ploy now. His ploy? His ploy? What is a ploy? I giving compliments?
I know how he's thinking now. Я знаю, как он сейчас думает. Normally I talk first. Обычно я первая говорю. And I take all the time. И потом я занимаю все время проповеди. He decided to talk first this time. Потому он решил в этот раз первый начать. I love when you can fly clear across the world. Я рада, когда мы можем летать по всему миру. And come see the faces of your brothers and sisters. И приехать, прилететь и увидеть that you're going to spend eternity with. Увидеть лица этих счастливые лица братьев и сестер, с которыми ты проведешь вечность. I'm here to say I love you. И я здесь для того, чтобы вам сказать, я вас люблю. And what an awesome church this is. И я хочу сказать, какая все-таки это замечательная церковь. What an awesome thing God has called you to do. Когда Бог вас призвал делать что-то особенное. I believe this church. Я верю, что эта церковь is going to be an example to the world. Будет примером для всего мира. You are not a depressed city. Вы на самом деле не город, который поглощен депрессией. You are not a depressed country. Вы не страна, которая подавлена депрессией. You are, let's see. You are blessed. Вы благословлены. You are purposed. Вы просто особенные. And you have a destiny. И у вас есть предназначение. We just, Matt was talking about moving to Hollywood. И вот как Мэтт говорил, что мы переехали в Голливуд. And God spoke to our hearts years ago. И несколько лет назад Брок проговорил наши сердца. He said, I want you to take my name. И Бог нам сказал, я хочу, чтобы вы взяли мое имя. Into places where it's dim and unheard. Where it's dark and unheard. В те места, где на самом деле есть тьма, и там никто не слышал о моем имени. And I want you to make my name famous. И я хочу, чтобы вы сделали мое имя популярным и известным. And that's what we're doing here. И это то, что мы делаем сегодня. И это то, что вы делаете здесь. Вы делаете его имя популярным по всему лицу земли. But we just did a movie about Esther from the book of Esther. И вот мы недавно сняли фильм из книги Эсфир. And the story is about a little minority. A little minority. И эта история, она о маленьком, о народе, который был в меньшинстве, о маленькой группе людей. I'm sorry. Little orphaned. О маленькой девочке, которая сирота. Little girl. О маленькой девочке. In Persia. И в Персии. 2500 years ago. 2500 лет назад. And God took her life. И мы можем увидеть в этой истории, что Бог взял ее жизнь. And took her in her little state, in her little. И он взял ее в том маленьком низком статусе, в котором она находилась. The least of her kind. В том самом низком, где она находилась в своем образе. And he placed her in the kingdom. И он поместил ее прямо в царство. To do something great for God. Для того, чтобы она сделала что-то великое для Бога. To do something mighty that changed her generation. Для того, чтобы сделать что-то великое, чтобы изменило ее поколение. And if you can believe today, и если вы сегодня можете поверить, that if it happened to that little girl 2500 years ago, что если это могло случиться с девочкой, которая жила 2500 лет назад, that it could happen to me, тогда нужно поверить, что такое же может произойти и со мной. Because you are destined and purposed to do something great for God. Потому что у вас есть предназначение и у вас есть направление от Бога. Amen. Аминь. The thing Matt was talking about of all power belonging to the Lord. И то, что Мэтт говорил, что вся власть принадлежит Иисусу. Is that there is nothing that you can fight against. Это значит, что нет ничего. There's nothing you have to. Нет ничего, в чем вам нужно бороться. Нет ничего, в чем вам необходимо постоянно воевать. It's just fighting the good fight of faith. Но вам необходимо просто бороться подвигом веры. And standing and believing. И стоять и верить. In who God says He is. Верить в то. О чем Бог говорит, кто Он на самом деле есть? God says, I am your joy. Бог говорит, я есть ваша радость, я есть ваш мир, I am your strength. Я ваша сила, I am your healer. Я ваш исцелитель, I am your provision. Я ваше обеспечение, I am your strong tower. Я ваша крепкая you башня. Can run to me anytime, и когда вы побежите ко мне в любое время, и я подниму вас, with my hand и я of буду righteousness. Держать вас моей рукой праведности. And if God is for you, и если Бог за вас, there is no thing that can то тогда be against нет ничего, чтобы могло выступить против all вас. You
have to do все, что вам необходимо сделать, это стоять добрым подвигом веры. And standing and believing. Просто стоять и верить. In times where you think it might be difficult. И в те времена, когда вы думаете, вот трудности в жизни. In times when your circumstances say you cannot do it. В то время, когда все обстоятельства вокруг вас говорят, ничего у тебя не выйдет. That is God. То тогда это, standing in your face, скорее всего, Бог стоит пред твоим asking лицем you a question, и задает тебе вопрос. Who do you say that I am? Так кто ты говорил, я есть на самом деле в твоей жизни? And he wants you, и он на самом деле хочет, to walk by faith, чтобы ты пошел верою. Because he says that's the only way that you even please me. Потому что он сказал, есть только один путь, которым ты можешь мне угодить. So the obstacles, потому любые обстоятельства and the things that might challenge you, и те вещи, которые вам кидают вызов в жизни, is your opportunity, это те возможности, которые вы можете использовать to stand and believe, для того, чтобы стоять and to и step верить out, и для того, чтобы выступить вперед into what God has called you to выступить do. В то, что Бог призывает вас делать. Amen. I love you. Люблю вас. God bless you. Пускай Бог вас благословит. God bless this church. Пускай Бог благословит эту and церковь. We will see you. If и not here again, вас. We'll see you up there. God bless you. The book of Job. Книга Иова. Makes this concept very clear. Она нам показывает, что именно этот принцип является очень ясным и понятным. You remember the book of Job when God says to Satan. Помните, когда в книге Иова Бог задает вопрос сатане. Have you considered my servant Job? Замечал ли ты моего слугу Иова? The devil's response back to God is, No, I have not. И послушайте ответ дьявола Богу. It would be impossible for me. Он говорит, для меня было невозможно to strike at him, что-либо сделать с ним, because you, потому что ты, have a hedge of protection around him. Ты вокруг него свою защиту поставил. That was the old covenant. Послушайте, это Ветхий Завет. We have a better covenant. А у нас с вами на сегодняшний день намного лучший завет с Богом. If it is not better in the new covenant, если вы хотите сказать, что в Новом Завете не живется так хорошо, then you would have to think this. То тогда вам необходимо подумать вот такими мыслями. The cross has failed us. Тогда вы должны сказать, все, крест меня предал. It now lets the devil do whatever he wants to do. И наоборот, крест только позволил дьяволу делать все, что он хотел делать. In the old covenant, то тогда в Ветхом Завете Satan could not strike at Job, дьявол, он не мог прикоснуться к Иову, because he was simply obedient to the law. Потому что Иов был послушен закону, который был дан ему. God sent his son. Бог сказал сын, Бог послал своего сына. He died and was resurrected. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. He became our Lord. Он стал нашим Господом. He was given all power. Ему была дана вся власть. We have accepted that power into our lives. И мы с вами приняли эту власть в нашу жизнь. And now we sometimes think that the devil is striking against us. И прямо сейчас иногда бывают времена, когда мы думаем, вот дьявол выступает против меня. Послушай, это невозможно. The work of the cross is done. Потому что работа на кресте, она завершена. Иисус сказал, свершилось. And all we have to do is believe that. И все, что нам необходимо сделать, это просто верить в это. If we will believe, если мы с вами будем верить, if we will look at our lives, если мы будем смотреть на нашу жизнь, and every event that happens in our lives, и любое событие, которое происходит в нашей as жизни, God calling on our faith, то мы должны воспринимать это, либо Бог взывает к нашей вере, or confirming our faith, либо пытается подтвердить нашу веру. Then the challenges of life, тогда те вызовы в жизни, с которыми мы сталкиваемся, is an opportunity for you to believe. Вы должны воспринимать их как возможность для вас поверить заново Богу. Because, потому что, if Jesus said, Иисус сказал, and he did, и он на самом деле сказал, that he has all power, что у него есть вся власть, that power is delegated to us. И эта власть, она делегирована, она передана нам. We have accepted him. И мы приняли его. He is in our lives. И он в нашей жизни. All we have to do is listen and be obedient to the voice of God. И все, что нам необходимо делать, это просто быть послушными этому голосу внутри нас, Божьему. When all of us do that,
И когда все мы это сделаем, the kingdom will be established in Kiev. То тогда царство Божье оно будет утверждено will be established в Киеве. In Hollywood. Оно будет утверждено в Голливуде. And culture will be changed by how we think. И тогда культура она будет изменена. And by what we have the confidence to accomplish. Через то, во что мы имеем уверенность, что Бог нас призвал совершить. What has God called you to do? Интересно, чему Бог призвал тебя? That you have not done. То, что ты еще до сих пор не сделал. He's waiting on you. И Бог, Он ждет тебя. To do one thing. Для того, чтобы ты сделал всего лишь одну вещь. Believe. Верил. That is how the kingdom of God will be established. В то, как Царство Божие должно быть. That is how the kingdom of God goes. Что именно вот таким образом Царство Божие распространяется по всему миру. Everything that we produce in Hollywood in the form of a movie. Все, что мы производим в Голливуде в форме фильмов, это попытка для того, чтобы донести этот концепт или этот принцип в разум людей. Божье обещание, которое Он дал мне и моей жене Лори, перед тем, даже когда мы переехали в Голливуд, и вот таким было это обещание. You shall вы будете have entrance into the hearts of the ungodly. Вы будете иметь вход в сердца людей, которые не принадлежат еще пока Богу. Without them knowing it. И при всем этом эти люди даже не будут этого понимать, что вы входите к ним. What an incredible promise. Послушайте, это замечательное и великое обещание. And maybe today. И возможно сегодня. God put us here. Бог нас поместил сюда. To let that prophetic word be on you too. Для того, чтобы это пророческое слово было и на вас тоже. That when you accomplish, чтобы когда вы будете совершать, what that still small voice has asked you to do, что тот тихий голос внутри вас вам говорит, you, тогда вы, shall have, вам необходимо иметь entrance into the hearts of the ungodly. Вход в сердца людей, которые еще Богу не принадлежат. Without them even knowing it's happening. При всем том, что они даже этого не будут понимать и осознавать. I believe that today. И я верю, что именно это сегодня. God has called us to Hollywood. Бог призвал нас в Голливуд. We want to shape culture through Hollywood. Мы хотим потрусить культуры через Голливуд. We're tired of unrighteousness. Мы устали от той неправедности. Being the star of the movie. Праведность, которая показывается как звезда целого фильма. We want righteousness. Мы хотим праведность. The kingdom principles. Принципы Царства Божьего. To be the star of all of our movies. Мы хотим, чтобы именно они сияли как звезды во всех наших фильмах. That can go forth. That can go. И это может идти вперед. Into the hearts of the ungodly. И это эти принципы они могут идти в сердца людей, которые еще не знают Бога. Without them knowing it. И при всем этом эти люди они даже не будут осознавать. I believe that today. И я верю именно в это. I believe that I met Pastor Sunday. Я верю, что я встретил пастора Сандея. For divine purpose. И это была божественная цель или божественная For purpose and destiny. Это была встреча, которая имеет в себе предназначение. I believe. Я верю. That I was taken to this part of the book, Treasures of the Kingdom. Что взяв часть этой книги, сокрытые сокровища из книги пастора Сандея. That says the most expensive goods. Которая говорит, что самым дорогим товаром. Will be the understanding. Будет понимание. And the knowledge of the things that God has called you to do. Тех вещей, в которые Бог вас призвал, чтобы вы их совершили. I believe that's what God is saying to us today. Я верю, что это именно то, к чему Бог нас сегодня призывает и что Он нам говорит. The calling that God has for us. То призвание, которое мы имеем. That Pastor Sunday spoke of before I came up. То призвание, о котором пастор Сандей говорил вам еще до того, как я сюда вышел. Is that we want to have partnerships with people all around the world. То, что он сказал, что мы хотим иметь партнеров по всему лицу земли, которые верят. That the theaters of the world. Что кинотеатры всего мира. Have become new churches for the world. Они должны стать новыми церквями для этого мира. That the kingdoms of this world.
то, что царство этой земли, этого мира, они станут царствами нашего Господа и Спасителя. Чтобы та слава Божья will be felt, она чувствовалась, она была внутри, а ее услышали in those darkened theaters around the world. В тех темных кинотеатрах по всему миру. That is our call. И это есть наше призвание. That is our purpose. Это наша цель. And that is the destiny that I believe we have. И это то наше предназначение, которое, я верю, Бог нам дал. As pastor mentioned, как пастор уже упомянул, if you want more information how you can partner with us, если вы хотите иметь больше информации, как вы можете стать с нами партнерами, we would be happy to meet with you after this service. Мы бы были бы рады с вами встретиться после этого собрания. The word that I want to leave with you, то слово, которое я хочу оставить с вами, is the promise that God gave to us. Это то обещание, которое Иисус оставил нам. When you go and accomplish those things that He's called for you to do, когда вы идете и вы совершаете те слова, которые Он дал вам совершить, I prophetically declare over you, то сейчас я пророчески заявляю это над вами, that you will have entrance into the hearts of the ungodly, что у вас будет вход в сердца тех людей, которые еще не принадлежат Богу, without them knowing it. При всем том, что эти люди даже не будут понимать этого и сознавать это. In the name, во имя and by the blood, и через кровь of Jesus Christ, Иисуса Христа, we agree. Мы соглашаемся. Hallelujah. Hallelujah. Слави Бога. Станем, пожалуйста. Господь, именем Иисуса, мы благословляем всех присутствующих. Благослови нас, Господь, на эти семинары. И дай, Господь, чтобы сегодня Твое присутствие, Твоя благодать переполнила жизнь каждого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня вечером.